Утренний эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжается. Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я Александр Лупиненко. Как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность, прогнозируется дождь, возможно даже гроза. Днем температура воздуха составит 13 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 4 метров в секунду. 7 снов о тебе. Премьера этого спектакля готовится в молодежном театре Гомеля. В основу постановки легла пьеса современного драматурга Киры Малининой. Она создана по мотивам рассказа «Глаза голубой собаки» Габриэля Гарсия Маркеса. Жанр спектакля определен как мелодрама. Это рассказ о поисках любви, одиночестве и мыслях о судьбе. Главные герои – он и она – рассуждают об отношениях, чувствах и эмоциях, беседуют о переживаниях, случайностях и предначертанности. Далее информация для тех, кто планирует изучить выставки, которые открыты в музеях Гомеля. Если вы зайдете во дворец Румянцевых и Паскевичи, то сможете познакомиться с многообразием использования стекла и металла. На выставке под названием «Звонкие как стекло» и «Блестящие как металл» – предметы из собрания музея-дворца. Это посуда и украшения, часы и осветительные приборы. Также это декоративные предметы интерьера, мебельная фурнитура и еще много интересных вещей, изготовленных из стекла и металла. В выставочном зале центральной части дворца Румянцевых и Паскевичи начал работать выставочный проект. Называется он «Зона комфорта». Это рассказ о том, какие способы отдыха были у людей в разные периоды истории, а также о том, какие из них актуальны сегодня. Так что на выставке можно увидеть экспонаты, которые поведают об активном отдыхе в прошлом, как далеком, так и не очень. Ощутить все прелести домашнего отдыха и вспомнить, чем можно заняться на своем личном островке. Во все века досуг человека сопровождался игрушками и играми. В собрании археологии музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля есть инвентарь настольных игр и детских игрушек. Они были найдены на территории Гомеля, Лоевского и Добрушского районов. Эти артефакты датируются от конца 10-го до начала 20-го столетий. И теперь гомельчанам предлагается поближе познакомиться с тысячелетней историей досуга наших предков. Сделать это можно на выставке «Древнейшая история Гомельщины». А в картинной галерее Гавриила Ващенко открылась выставка «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике, «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь». На выставке можно увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь известного художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и истории создания произведений великого Ван Гога. К другим интересным новостям. 90-летняя жительница Токио Хамако Мори стала самым пожилым геймером на планете. Видеоигры женщина играет почти 40 лет. Она рассказала, что игра стала благодаря своим детям. Сейчас за играми геймер проводит по 7-8 часов в день. У нее свой канал на YouTube и почти 187 тысяч подписчиков. Во время ремонта церкви в одном польском городе была найдена капсула времени из 1797 года. Послание из прошлого спрятали первые строители церкви. Внутри были монеты и документы, в которых отмечены имена строителей и людей, пожертвовавших деньги на строительство церкви. Более того, капсулу времени дополняли. Вместе с записями из 18-го столетия были обнаружены снимки, сделанные в начале 20 века. Вероятно, их поместили туда во время предыдущего ремонта. Планируется, что документы из капсулы переведут и законсервируют, а после они станут частью местной музейной композиции. И
немного о братьях наших меньших. Канадские ученые изучили механизм того, как собаки влияют на состояние людей в стрессовой ситуации. Выяснилось, что 1,5 часа внимания к своему питомцу позволяет значительно снизить напряжение. Правда, к исследованию были привлечены именно те собаки, которые чаще всего помогают больным справляться с заболеваниями. Участниками научной работы стали около 200 тысяч человек. Они общались с животными в течение 1,5 часов в день. И после этого у добровольцев уходили уныние, психологическое напряжение и в целом улучшалось настроение. Ну а следующая информация особенно будет интересна владельцам котов и кошек. Эксперты утверждают, что узнать, кого в семье кошка любит больше, не так уже сложно. Как правило, эти животные выбирают себе одного хозяина. Убедиться в том, что ваш питомец вас любит, а не просто терпит, можно по его поведению. Прежде всего, утро избранника начнется именно с питомца. Они либо ждут рядом, когда хозяин проснется, либо сами будет его. То, что вы у кошки любимчик, говорит и постоянное нахождение ее в той же комнате, что и вы. Если пушистик встречает вас с работы, смотрит в глаза и общается с вами, то он вам полностью доверяет и чувствует себя в безопасности. Кстати, облизывание и легкие покусывания во время игры тоже говорят об искренности вашего питомца. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сфер услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 12:55. Также смотрите на нашем канале телесериал «Неравный брак». Это история о вынужденном союзе двух совершенно разных людей. Алисе 20, она учится в институте и мечтает выйти замуж за своего парня Егора. Он делает ей предложение, и Алиса счастлива. Но всем ее мечтам приходит конец, когда она узнает, что ее отец задолжал бандитам огромную сумму денег, а ценой расплаты может стать его жизнь. Чтобы помочь отцу, Алиса соглашается на брак по расчету. Ее мужем станет пожилой богатый мусульманин. Он обещает быть ей примерным мужем, но юная Алиса отказывается разглядеть в нем человека. Как сложится совместная жизнь главных героев, смотрите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 16:45. А в 18:25 телезрителей ждет сериал «ОСА» – особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа» об еще одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Когда кажется, что преступники не оставили намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты «ОСЫ». Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируя зрителям всю цепочку своих действий. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 года». Гомель в 19:30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. И, кстати, не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Кроме этого, ждем ваши звонки в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. Новый день, с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Рабочая неделя в самом начале, пусть она пройдет легко и спокойно. Желаю удачи и только хороших новостей.